Джарвис, включай Марк 2. Вау, это ж потрясно. Вау, костюм просто отличный. Послушай, Джарвис, мне нужно сделать Марк 3. И добавь-ка там красного цвета. Здравствуйте, мистер Старк. О, привет, Пейпер. А это что? Это мои игрушки Марк 1 и Марк 2. Понятно. Эдвард хочет вас видеть. Ох, не скажи, что я занят. Но это срочно. Ладно. Привет, Тони. Привет, Эдвард. Ого. Ничего себе. Можешь дать мне один? Прости, Эдвард, но нет. Это мои. Слушай, Тони, за тобой должок, помнишь? Прости, Эдвард, не помню. Что? Но, Тони, ты же обещал. Прости, Эдвард, но я сейчас занят. Ну, спасибо тебе, друг. Пейпер, проведи нашего гостя, пожалуйста. Конечно, мистер Старк. Пойдемте, Эдвард. Вот, Эдвард, что там с костюмом? Ничего себе. Мистер Старк, сейчас было сказано, что некий железный монстр разрушает город. Что? Ладно, Джарвис, пора испытать этого малыша. Эй, приятель, ты знал, что нельзя громить город? Все шутишь, Тони. Эдвард? Это ты? Да, и мой костюм гораздо лучше твоего. Что ж, сейчас тебе повезло. Но теперь моя очередь. Ого, а у тебя бронированный костюм. Ты жалок, Тони. Серьезно? Господа, сегодня я хочу сделать объявление. Я железный человек.